Телефоны с собой брать запрещено. Вещи, помимо тех, что используете ежедневно, брать запрещено. Говорить кому-то о наших планах запрещено. Там, кажется, кто-то есть. Нет тут никого. Это заброшка. У тебя что-то случилось? Входи! Ты что? Тамаша всех пугала, что вычислит. Это левый телефон. И симка левая. Сама дура! И симброд! За гламур! Я тупая! Хватит орать! Как вы сюда попали? Наконец-то кто-то пришел. Кто это кричит? Андрей? Никто не кричит. Сообщение. У кого телефон? У нее. Это же нечестно. Ребят, я вам все объясню. То есть нам запретила, а сама? Ты не мой. А чей? Скажи уже. Быстрее. Первый пошел. От кого это? Что это значит? Офигеть. А это что значит? Это я. Это я. Что за фигня? Это же наше фото. Мы тут спим. Ты ничего не хочешь нам объяснить? В общем, когда я искала, куда нам сбежать, я познакомилась с модератором группы «Заброшки Новосибирска». Он и предложил мне этот дом. Он показал, как сюда добраться, и сказал, что за фото людей в этом доме готов дать 20 тысяч. Что? Такое бабло за простые фотки? Он сказал, это для каких-то иностранных сайтов, для любителей заброшек. Продала нас, значит. Ну я подумала, что такого. Ты понимаешь, что он псих? Ты даже маньяк. Ну я же не знала этого. Да я сама боюсь. Втравил нас в фигню какую-то и боится теперь. Давайте просто уйдем отсюда. Да, вот честно, поиграли и хватит. И в полицию надо заявить. Давайте. Я не против, но... Как же Андрей? Сейчас мы его найдем. Лиза и Мирослава, сидите тут. Пошли. Куда? Обыскали уже все. Если внизу его нет, значит он где-то наверху засел. Ребят, мы должны это сделать. Пошли. Не бойтесь. Все маньяки на самом деле трусы. Я бы не была так уверена. Надеюсь, что ничего Андрей не сделал. Пусть только попробует, сразу гребет, урод. Изнутри заперто. Там маньячина засел, ломать надо. А если он с оружием? Главное не трусить и все на него напасть. Эй, ты! Поворачивайся, гад! Медленнее! Капюшон сними! Следишь за нами, урод! Ты кто такой? Форест. Кто? Ты Форест? Да, ты же знаешь меня. Ребята, не бейте. Ты куда Андрюху дел? Это не я. Вы не понимаете. Может, тогда объяснишь? Честно, я был вынужден. Меня заставили. Папа, мама. Это же он, Андрей. Да, прямо здесь, за стенкой. Ребята услышат, они сейчас придут. А если не услышат, надо помочь ему. Не ходи, пожалуйста. Папа, мама, здесь страшно. Лиза, он из-за меня убежал. Я должна помочь ему. Будь здесь. Лиза, сиди здесь. Я быстро. Заберите меня отсюда, пожалуйста. Он где-то здесь. Не ходи туда. Тихо. Давай, ребят, дождемся. Я только гляну.
Мама, папа, я здесь совсем один. Андрей, ты тут? Помогите мне. Помогите мне. Это не он, не он, Мирослава. Андрей, Андрей, где ты? Андрей. Кто тебя заставил? Этот человек сейчас здесь, в доме? Это не человек. Ты что несешь, блин? Я тебя сейчас реально секу! Это проклятый дом. Я жил тут, когда был совсем маленький. Потом мы переехали. Зачем опять сюда вернулся? Еще и снова там, тут что-то нечисто. Ребят, Мирослава уходит из комнаты. Девочка, не надо этого делать! Бежим! Так ты с нами, живо! Какого черта, где мы вообще оказались? Ребят, где Максим? Максим? Где он? Максим! Что произошло? Где Максим? Максим! Нам не выбраться отсюда. Призраки заберут нас всех.